И еще один вариант досуга – поход на выставку. Тем более, что через неделю в музейном комплексе имени Словцова откроется экспозиция «Память поколений». На ней будут представлены шедевры на тему Великой Отечественной войны из ведущих музеев России, преимущественно московских. Интересно, что сейчас в столице страны все экспозиции закрыты на карантин до середины января. Так что, получается, нигде, кроме как в Тюмени, эти работы не посмотреть. Мы хотели в этом году масштабно показать в регионах, но, к сожалению, в связи с понятными обстоятельствами все наши планы осуществить не удалось. Только Тюмень осталась или еще какие-то? Да, осталось, к сожалению, только Тюмень. И, к сожалению, мы добираемся только в конце года, хотя планировали вот приурочить к 9 мая. Выставка – это часть проекта «Творческие люди», нацпроекта «Культура». Вход на нее бесплатный. Работать экспозиция будет с 27 ноября по 17 января.